Народная сказка. Сварим водушку да крупку, будет кашица. Сидит птичка на яичке, будет пташица. Вверх ступенька да ступенька, выйдет лесенка. А припевка за припевкой будет песенка. Кренделек на кренделек и будет связочка. А словечко за словечком будет сказочка. Сказка «Заговорная водица». Сказку представляет Ирина Усова. Здравствуйте, люди добрые. Расскажу вам сказочку. А вы послушайте, да сами решите, сказка ли бывальщина. Вот жили старик со старухой. Они далеко и жили, вон, на Красной Горке. Всю жизнь жили душа в душу людям на загляденье. А к старости их будто изняло. Как начали они ругаться. И ведь только с утра старик с печки ноги спустит, и пошло у них, что творится, слово за слово. Детка бабке слово, она ему 2, он ей 2, она ему 5, он ей 10. А потом разбираться начнут, а виноватого нету. Что, детка, по что у нас такое сотворилось-то? Он говорит, так это все ты с долгим-то языком. Она, так нет, не я, да не я. И опять у них сыр-бор, да хоть из избы, вон, беги. Вот однажды слушала их соседка. А как не слушать, как, коли на другом конце улицы их слышно? Подходит да говорит, Маримьянушка, ведь неладно с детком-то у вас. Сходи-ка ты к бабульке, вон, на посаде. Она, говорят, слова знает, может, поможет. Ну, чё, бабка думает, схожу, в лоб-то ведь не даст, может, и лучше будет. Вот собралась, пошла, пришла. Оп, сказала ей, вот так и так. Экое, у нас тут дело происходит. А бабулка говорит, так что ведь помогу. Сходила в дом, принесла водички в ковшечке. Тут же при бабке пошептала, в скляночку перелила. И говорит, вот ты домой придешь, старик у тебя опять зашумит. Ты ему ни слова не говори, а скорее из этой скляночки-то отпей. Да смотри, не плюнь, не глони, пока ругается, все время эту водицу во рту-то держи. Сама посмотришь, чего будет. Ну чего, старуха пошла домой. Пришла, только ногу за порог, детка опять ишь, ах, ты ушла да провалилась. И дело-то ты не знаешь, опять там где, там с кем стрекотала, стояла. Уж давным-давно пора самовар ставить, никаких дел-то ты не помнишь. Старуха по привычке только рот открыла, да вспомнила наказ-то. Отхлебнула из этой скляночки, и вот воду-то во рту держит. Детка бреждял, а что, не отвечает, неинтересно, замолчал. Ну, бабка думает, наверное, ведь правда, хорошее средство-то мне дали. Пошла самовар ставить, да загремит трубой, а детка-то подскочил. Такая ты всякая, и руки-то у тебя не тем концом воткнуты. Она опять только рот-то открыла, а давай-ка хлебну. Опять воды-то набрала, и дело-то, во рту-то, воду-то держит. Ну, детка опять шумел. А чего опять бабка ничего не говорит, так давай помолчу. И с тех пор... Верите, нет, пошло у них как по писаному. Снова как в молодые годы. Душа в душу зажили, и люди кругом радовались. Вот такая сила в наговорной-то водице. А вы мне и не верили?